На неоднократные требования сотрудников ДПС водитель не реагировал, то есть не останавливался. Мы незамедлительно выдвинулись на перехват, мы перекрыли движение и попытались остановить данный автомобиль. Но водитель также не отреагировал на наши требования об остановке и продолжил движение на большой скорости. Мы продолжили движение за ним по улице Чехова в сторону Красной площади. Идем в сторону конца Красной площади. Данный автомобиль на большой скорости совершил столкновение с автомобилем Suzuki, после чего водитель и пассажир из автомобиля выбежали. Нам пришлось бежать за ними, после чего мой напарник настиг пассажира, применил физическую силу и задержал данного гражданина.